О том, что медицина – это ее призвание, Виктория Жиронкина поняла в тот момент, когда пришлось столкнуться с тяжелой болезнью близкого родственника. Постоянные нахождения в больнице и понимание поставленного диагноза дали дополнительный стимул для принятия судьбоносного решения. Виктория поступила в медицинский университет, затем в ординатуру. Своим направлением выбрала детскую хирургию. Хирургический профиль. Это достаточно такая широкая специальность, потому что хирург должен быть и хорошим диагностом, и лекарем, и скульптором. Дети – это вообще моя любовь, это отдельная тема, потому что ты заряжаешься от них искренностью, позитивом. Дети очень стойкие, они хорошо переносят и более, они более героически настроены на выздоровление. С 2018 года наша героиня трудится в Видновской районной клинической больнице. На время пандемии плановые операции выполняет в третьем хирургическом отделении, что в Расторгуеве. Молва о чудо-докторе по округу разошлась быстро. Многие родители считают, что только Виктория способна правильно поставить диагноз и вылечить их ребенка. Дети же своему врачу доверяют, и это для нее лучшая оценка. У меня болела спина, я не могла сидеть. Срочно обратились к хирургу, и вот так мы познакомились с Викторией Константиновной. Как человек, как доктор, она вот очень хорошая. Вот прям всем советую ее. Виктория постоянно учится и повышает квалификацию. Считает это неотъемлемой частью в профессии врача. Я участвую в разных конкурсах. В 2018 году я подала заявку в фонд «Подари жизнь». Выиграла, и мне дали возможность путевку 2 месяца стажироваться в онкологическом центре Димы Рогачева в хирургическом отделении. Это колоссальный опыт. Также и здесь наше руководство поддерживает нас. В принципе, все наши желания, самое главное, чтобы оно было, вот, по мере возможности поддерживается. В прошлом году Виктория Жиронкина стала лучшим детским врачом Ленинского округа. Она набрала наибольшее количество голосов в рамках областного конкурса «Народный доктор». В этот раз наша героиня тоже участвует в проекте. Отдать за нее свой голос можно на портале «Добродел». Времени остается совсем мало. Отбор ведущих врачей региона завершится 1 декабря. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.